Девушки, всем приветик! У нас сегодня будет янтарь, и не просто янтарь, ручники, авторские работы просто нереальной красоты. Единственное, что хочу вам сказать, перед тем, как вам буду показывать эти неземные, я бы сказала, красоты, что, к сожалению, я не успела сделать цены, потому что хотела как можно быстрее, чтобы видео пришло к вам. И по этому поводу, девушки, все, кто отложит, я вам уже напишу либо цену в личку, либо в комментариях, как кому будет удобнее. Есть несколько изделий, которые были отложены по видео. Например, это Оля Рубчинская просила эту брошь такой геометрической формы. Как вы видите, здесь у нас есть даже корочка сохранена. Значит, замочек довольно жесткий, его очень трудно открыть. Сильная пружина. Для Оли это особенно важно. Вот я перепроверила. Масса изделия 10.20 грамм. Вот такой вот интересная брошь. Как вы видите, здесь три коньячных и одна пластина белого королевско-молочного такого. Брошь номер 2, тоже Олина. Коньячный вот такой прозрачный листик. Все это серебро 925 формы, покрыто палладием и позолотой. Масса 6.43 грамма. Все эти вещи, разумеется, как вы знаете, идут по весу цена. То есть, чем изделие легче, тем оно дешевле. То есть, тут идет фиксированная стоимость за грамм всей этой серии. И, соответственно, мы уже смотрим на массу изделия. Ну вот, в частности, если вам интересно, металл тут вписан. 4.48 грамм серебра идет. Ну, соответственно, остальное 2 с чем-то грамма, это уже янтарь. Так, следующее у нас будет Наташа. Она отложила по картинкам завода 4 кольца. И будет Шула, которая отложила тоже по картинкам завода 1 кольцо. Наверное, начнем с Шулы, потому что у нее как бы кольцо одно. Потом займемся Наташей. Вот такое изумительное. Оно у Шулы большой размер. Но здесь, как вы видите, можно его разогнуть постепенно. Вот так вот, шикарный такой янтарь, довольно крупный. Масса всего этого дела 21.51 грамм. Гигантское кольцо, очень красивое, здорово на руке смотрится. Серебро, палладий, позолота, натуральный янтарь. Тут прямо как целый мир в этом янтарике. Можно рассматривать и рассматривать. И теперь мы посмотрим. Сейчас будет 4 кольца от Наташи. Хотя я бы сказала более правильно для Наташи, а не от Наташи. Значит, безразмерная, также его можно разжать. Такой вот листик, который мне очень напоминает атлантическую водоросль. И этот элемент очень часто встречается на брошках, которые нам присылают. Помните, я их еще называю трифидами. Такая капля прозрачного янтаря. Это, девчонки, у нас 10.96 грамм. Тоже, соответственно, палладий, позолота. Второе кольцо, оно тоже напоминает серию про трифида. И больше даже напоминает серию, я бы сказала, флора. Там, где вот эти вот кончики на незажатых кольцах. Тоже смотрите, какой шикарный камушек. Тоже этот элемент. Сейчас очень много девчонок заболело разными болезнями
инфекционными и не только. Так что, девочки, все, кто болеет, выздоравливайте, запасайтесь энергией. Скоро весна. Сейчас какие-то вирусы ходят здесь у нас. Вот видите, как половинка здесь более мутная, и тут более такая медовая, как застывший мед. По массе это 11,48. Это второе кольцо, которое Наташина. Третье Наташина кольцо идет вот в такой форме. Тоже молочный кусочек. Это у нас, девушки, 9,57 грамм масса. Тоже его можно разжать. Красота. И четвертое ее кольцо, тоже вот такой вот интересный орнамент, тоже очень классное, просто музейные экспонаты. 9,71 грамм. Это колечки отмечены как Наташина. Сейчас, девчонки, я вам буду показывать вещи, которые это уже как бы ничейные. Единственное, что Белочка Иванова просила под ее комплект заказать ей кулон или брошь. Может быть, ей подойдет. И я хочу вам показать. Вот такая вот брошь. Обязательно напоминаю то, что Светик нас научила, Дубинская, вдевать сюда силиконовую заглушку после того, как вы протыкаете вашу ткань одежды, чтобы не упала брошка. Во-первых, не побилась, во-вторых, не потерялась. Силиконовая заглушка, в случае, если открывается эта шпилька, она повиснет на заглушке. И вот, которая будет тут, например, да, и, соответственно, нет, наоборот, сверху. То есть ткань должна быть ниже. И, соответственно, не упадет. Вот. Вот такая вот красота. Это комплекты в комплект под мой любимый набор. У меня тоже такой есть личный. Масса его 13,43. То есть я подожду от Беллы ответ, нужна ли такая брошь. Если нет, то выходит в открытую продажу. Она просила что-то вроде кулона, либо брошки под набор, который у нее есть. Так, ребята, теперь что я вам хочу показать. Кольца. Для того, чтобы мы не перепутали, я... Ребят, кольца буду сейчас нумеровать. То есть это кольца, которые... Вот этот, можно сказать, геометрия, такое кольцо геометрия, оно у нас получит номер один из этого видео. То есть сегодня у нас какое число? Я даже, если честно, не знаю, 14-15 марта 2023 года. У меня девчонки спросили, почему я даты не ставлю. Девочки, там стоят даты, вы невнимательно смотрите. Правда, мелко, внизу под названием канала... Всегда там, где инфобокс, автоматически YouTube выставляет дату. Ну, там не совсем автоматически, я должна галочку поставить, когда загружаю. Но, в принципе, там стоит дата всегда. Так что обратите внимание. Вот такой вот классненький. 12,06 грамм. В плане цен, как я вам уже сказала, это уже позже. Это у нас кольцо номер один. Так, далее... Кольцо номер два. Вообще, для любителей янтаря королевского белого. Видите, он уходит белый даже в немножко в хвоинке. Тоже это, соответственно, у нас можно разжать. Шикарнейшее просто кольцо.
Суперская. Масса 9,76. Это у нас на сегодня изделие номер 2. Хочу еще раз напомнить, что цена с 1 января увеличилась на 10% за янтарь, потому что сняли с нас скидку. Нам не хотели повышать оплату, но скидку все-таки сняли, потому как сейчас там новые правила. Это у нас кольцо номер 2. Дальше кольцо номер 3. Тоже геометрия, но такая маленькая. Микрогеометрия. 5,35 масса. И вот, сейчас вам покажу, вот так вот на руке. Видите, очень, очень классно сидит. Оригинальное. Это у нас кольцо номер 3. Так, это у нас брошь 14,57. Ее масса. Тоже есть у нас вот такая вот корочка с этой стороны. И смотрите, какой оригинальный кусочек. То есть он переходит от молочного через белый, королевский, к медовому. И даже есть элементы хвои. Такой вот. Похоже очень на хвост кометы. Почему-то мне напоминает. Вот как бы летит. И расширяется во все стороны дым. Там не дым, пар. 14,57. Это у нас, ребята, получается масса его. Так, в плане номера. Сейчас, ребята, скажу точно. Это у нас изделие номер 4 в сегодняшнем показе. У него есть номер 4. Так. Следующее тоже будет у нас брошка. Брошка — это вообще потрясающее, конечно, украшение, потому как оно очень самодостаточно. Под него не нужно ни цепочки. Все свое ношу с собой. Значит, смотрите, такой, я так смотрю на его массу, 12,50. Ух ты, как красиво здесь такая корочка прямо. Рифленая. И вот, как вы видите, он закрывается. Очень красивый кусочек. Полупрозрачный, прямо как лед. Видно там, что происходит. У вас, наверное, свет отсвечивает лампа. Вам не очень видно. Но, в принципе, он как будто сверху у него есть еще такое лаковое покрытие. Да, конечно, это очень оригинальные вещи, которые действительно достойны художественного салона, а не просто магазина. И реально шикарные. Это номер 5. Сейчас, девушки, я хочу у вас спросить, немножко назад откатиться и спросить у вас по поводу... Бруталок. У меня осталось, по-моему, 3 браслета из всего, что было. И, собственно, чем хорошо, что из этих браслетов, как мы уже со Светиком обсуждали и думали, можно сделать кольешки. Просто добавить цепочки из ювелирной бронзы, и будет у вас вот такое колье. Значит, этот браслет у нас $57. У него камушки вот, так, вот такой идет, такая мозаика камней. И еще у меня есть 4 браслета. Вот такой есть. Видите, какой оригинальный.
Прям вот сама природа в этих камушках. И еще один у меня браслетик остался. У меня есть ощущение, что это браслет, который отложила Шула и еще не забрала. Шула, если это твое, сообщи мне, пожалуйста. Потому как надо с этим делом. Они все очень похожие, поэтому мне трудно как бы запоминать, где какой. Я их нумерую, конечно. Этот браслет был за $64. Еще, девчонки, кто откладывал брошка номер один за $123 этой серии трифидиков, тоже появитесь, пожалуйста. Как говорится, нужна помощь клуба. И еще одна брошь. Тоже хочу знать. Она номер 2 за $104, тоже трифидик. Чье это? Хочу еще раз показать. Браслетики такие чудесные в позолоте. Серебро в позолоте, натуральный янтарь. По $94. Они идут на цепочках с дополнительной цепью, любой размер. Вот так это выглядит, так что в принципе на любую руку. Если кого-то интересует, то соответственно напишите. Один это три цвета: молочный, лимонный и коньячный. И звенья закреплены так, что как бы ни повернулся браслет, он будет всегда какой-то стороной янтарной. Этот звенья закреплены так, чтобы дорожка шла в одну сторону. Здесь лимонный, коньячный и рисунок в другую. $94, так что кому нужно, на подарки или просто себе забирайте. Два таких браслетика. Так, из новинок брошка номер 6. Королевский белый янтарь. Нереальной красоты. Тоже замочек у нас с крючком. И, соответственно, 7,49 его масса. Это брошка номер 6 на сегодня, в сегодняшнем показе. Очень красивые вещи. Настолько янтарь теплый, он так греет. Особенно зимой классно на него смотреть. Когда дождик, грустно. А тут оп, вынул посылочку. И сразу стало веселее на сердце. Ну что, ребят, показать вам еще что-нибудь? Или уже у нас довольно-таки и так много всего? Хорошо, я вам покажу только колечко. Остальное уже оставлю на следующее видео. Потому что нагромождение янтарей — это тоже нехорошо. Они сливаются в одну картину и теряют свою индивидуальность. Вот такое кольцо с хвоей. Молочный с королевским и хвоя. Миллионные года деревья, которые потеряли свою хвою 60 миллионов лет назад, а то и больше. В зависимости от того, какой кусочек янтаря достался. И вот такая вот красивая, такой шлейф. Значит, в плане цены я уже сказала, что буду рассчитывать позже. Это 11,34 масса. Это у нас тоже, как вы видите, из серии Флора. Листочки по бокам. И вот такая вот замечательная совершенно штука. Удобно сидит на руке. Очень оригинальное кольцо. Тоже вот трифидик. Здесь бутон трифидовый. Вот. Все, ребята, это где-то примерно четверть посылки.
еще будут 3/4. Это что касается новинок. Ну и, конечно же, повторяшек у нас тоже горы. Янтаря у меня очень много, потому что я его безумно люблю. И всегда буду стремиться его вам показать. Вот все, ребят, на этом все. Жду вас в комментариях. Обязательно отбор, девчонки, если вы хотите что-то купить, WhatsApp сообщение, только потом в комментарии. Но если вы хотите поздороваться, то мы очень рады приветствовать всех в комментариях. И, конечно же, если вы что-то отложили в личку, девчонкам будет приятно, если вы также об этом напишите в комментарии, чтобы девочки знали, что украшение занято. Ну вот, примерно так. Всем хорошего настроения. Разумеется, нет войны. И до следующего видео.